У Дворца культуры профсоюзов досадное ДТП попала автолюбительница, спешившая на концерт. Это расстроило женщину так сильно, что ей в итоге потребовалась помощь врачей. 55-летняя хозяйка Nissan Note двигалась по бульвару со стороны рынка. В машине она была с подругой, женщины направлялись на выступление Валерия Леонтьева. До начала концерта оставалось 5 минут. Безаварийно проехав весь путь, в ДТП подруги попали в тот момент, когда искали место для парковки. В правый борт хэтчбека автолюбительницы, имеющей 20-летний дорожный стаж, врезался шофер «Жигулей». 35-летний мужчина решил переставить машину и попросту не заметил оппонентку. Когда горожанка, не один год проработавшая в скорой помощи, поняла, что попасть на концерт ей уже не светит, у нее поднялось давление. Женщине потребовалась помощь коллег. Вы в какой машине? В этой были? Да. А он выезжал? А он выезжал. Вот так вот. Вы теперь вместо того, чтобы... Вместо концерта песню... я теперь жду ГАИ. Угу. Подруга на концерт пошла, мой билет 2500. Пропал. Жалко. Теперь мало того, давление подскочило, еще и плачу сижу. Виновник столкновения был огорчен не меньше. Автомобилист и сам собирался посетить концерт звезды. Вместо этого был вынужден объясняться с автоинспекторами, извиняться перед дамой и подыскивать автомастерскую. Но я по правилу-то посмотрел, не было. А, была, но она, думаю, уже отъехала, а по лево-то я не успел. Вы на концерт Леонтьева не собирались? Ну, собирались, ну, не повезло. Вы тоже на концерт приехали? Серьезно? Да. И тоже не пойдете? Обманываете меня? Не-не, серьезно. Серьезно? Да. Вот так вот. Ну все, племянник отправил. Для женщины, которая купила ноут меньше месяца назад, эта авария стала дебютной. Виновник столкновения пообещал оппонентке, что когда Валерий Яковлевич приедет в Хабаровск в следующий раз, он сводит ее на концерт за свой счет. С места происшествия Юлия Рябцева, Юлия Зима и Павел Рогатин.